Вопрос. Расскажите про Value Task. Ответ. Value Task был задуман как альтернатива Task от T, который является классом, а это значит, что объекты этого типа хранятся в куче. Value Task хранится в стеке, а значит, его производительность намного выше. Область применения Value Task достаточно ограничена и имеет множество оговорок, но при правильном подходе дает значимый прирост производительности кода.